все прекрасно помнят эту историю, когда тебе позвонил типа Валерий Карпин. Это Валерий Привет. Карпин из Москвы. Я просто хотел предложить тебе к нам в «Спартак». Добро, дайте мне пару дней, я вам перезвоню, хорошо? Давай сейчас Георгича наберем. Валерий Георгиевич? Да. Добрый вечер, это Артем Милецкий. Помните, там «Динамо Киев», «Украина»? Да, помню. Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю. Хотел бы перейти к вам в команду после, вот если получится зимой. Возможно ли это, нет? Зимой, ну да, это зимой сюда жить надо. Нам здесь всем даже еще до зимы. Не, просто такой футбол просто показываете сумасшедший. А сколько вы можете заплатить, Георгий? Без понятия, да? Ну, а можно этот разговор, я не знаю, продолжить там с вами? Не знаю, я понимаю, вы там готовитесь к игре. Красавчик!